Итак, ребята, всем привет. Сегодня я вот решил выйти на пляжик. Время сейчас еще ранее, но солнышко уже поднялось. Будем мы снимать сегодня вот в таком красивом месте. Вода немножко отошла, я решил немножко по пляжу походить. Сегодня по прогнозам прохладненько. Надеюсь, на пляже с утра никого не будет. Похожу немножко. Вот такие вот у нас тут места красивые на пляжике. Вот. Я знаю, что находок здесь не будет, потому что в том году здесь ходили ребята с металлоискателями. Вот. И сегодня у меня будет вот такого рода находок. Вот такие вот первые у меня находочки. 1 рубль ходячка. Ходячки здесь будет очень много. Мусора тоже очень много, потому что несколько лет пляж был дикий, никто его не ухаживал. Ну вот, и находок здесь будет очень много. В этом году вон поставили беседки для переодевания. Вот. Ну ладно, посмотрим. Ходячки будет много. Все я снимать не буду. Если только что-то интересное, то засниму. Итак, ребята, очередная находка у меня. Вот он, пятачок. 5 рублей ходячка. На пляже вот все такого сохрана монеты, все темные. Вот. Ну, я думаю, все буду снимать, что больше 2 рублей. А рубли и мелочь снимать не буду. Итак, очередной сигнал. Сигналы тут каждые 2 секунды. Вот у меня монета. 2 рубля. 2 рубля, естественно, ходячка. Так, ребята, так выпал у меня красивый пятачок. Так, ребята, еще один очередной вот пятачок. Хороший. Пробок очень много. Ладно, будем искать золото. Итак, ребята, очередная у меня монета 2 копейки, 2 рубля. Вот я решил катушечку поменять. Очень тяжело с ней, с этой катушкой. Сейчас все равно приходится копать. Итак, ребята, поставил другую катушечку и перешел на другой пляжик. На том пляже находок, в принципе, очень много, но туда пришли купальщики. Так, на новом пляжике у меня вот 2 копеечки, 2 рубля выпало. Катушечку я маленькую поставил, она работает практически как снайперка. Точно нахожу объект, вот, и очень удобно. Так, ребят, у меня вот находка, и, наверное, одна из ценных на пляже. Это юбилейный. Юбилейный 10 рублей. 2005 года. Вот. Это еще находка за все время. Так, ребята, у меня находка и верховая. Чуть-чуть пинул ногой. И вот такие вот свежие 5 рублей. Так, ребята, очередная находка у меня. Снова вот 5 рублей. 1 рублевые и 50 копеек, 10 копеек я не снимаю, потому что, я думаю, интереса никакого нету. Но их полно. Полно. Вот снимаю все, что больше 1 рубля. 2, 5, 10 рублей. Все, смотрим, ребята. Снимаю я вот как бы на платном пляжике. Захватили местные рейдеры. И вот теперь здесь платно. Чтобы приехать отдохнуть, нужно заплатить 2000 рублей. Ладно, смотрим. Так, ребята, очередная находка.
по размеру 2 рубля. Да, это 2 рубля у нас. Так, ребят, очередной сигнал. И вот у нас такой вот пятачок. Пятачок. Ребята, интересная находка. Устал я монеты эти копать. И вот у меня вот оловянный солдат. Вот такой вот. Хоть что-то интересное. Сигнал и находка. Это 2 рубля. Что не сигнал, так денежка. Итак, ребята, очередная у меня монета-двушечка. Я думаю, даже теперь и двушечки не копать. Только пятачки, десяточки и то, что ценнее. Итак, ребят, находка. Находка 5 рублей. 5 рублей. Ладно, смотрим. Итак, ребята, наконец-то у меня появилась ювелирка. Вот у нас крестик темного цвета. Наверное, обычный. Никелевый или алюминий. Смотрим. Наличие пломбы. Так, на звене, на колечке имеется 2 пломбы. Значит, это у нас, ребята, серебро. Ладно, ребята, походим мы еще здесь немножечко и поедем, наверное, домой. Копаем вот в такой вот красоте суперской. Вот. Ладно, ребята, еще немножко копаем и, наверное, домой поедем. Итак, ребята, находка. Мне кажется, оказалась она очень красная. Посмотрел год. 1985 год, 15 копеек. СССР. Вот такие здесь находки у нас еще встречаются. Советики. Ладно, смотрим. Сейчас подъезжал хозяин пляжа. Вот. Ладно, хоть машину на пляж не поставил. А так, дал добро. Копай, только после себя ямки не оставляй. Вот. Вроде мужик понимающий, дал добро мне копать, и я вот копаю. Итак, ребят, закончилась сегодня пляжный коп, покопал я, считаю, что неплохо, ценных, в принципе, находок нет. Ну, съездил, проверил пляжик, вот. Копал я где-то примерно часа 3,5-4, вот. И у меня вот такие вот, ребят, находки. Не густо, конечно, как в прошлые разы. Я выезжал, набрал 2 майонезных ведра мелочи. Сегодня вот такие вот у меня находки. Здесь вот более-менее двушечки, пятерочки. Вот хороший юбилейный червончик нашел. Здесь у нас 10 копеек, 50 копеек, рублевки. Вот. И, конечно же, вот появились у меня здесь советики. Советики 2 копейки, 15 по копейке, 3 копейки. Вот, советики попадались. Попался у меня вот такой вот серебряный крестик. Имеется проба на нем. И вот оловянный солдатик. Вот и все. Вот все мои находки за 3 часа копа на пляже. Пляж современный. 14 лет назад его как бы взяли в аренду, и теперь он частный. Рядом находится другой пляжик, в основном я на нем пару раз выходил, и где очень много находок было. Вот, ну туда пришли отдыхающие, и мне пришлось уйти. И перешел на соседний пляж, и вот такие вот находки. В принципе, я считаю, что нормально. Ладно, ребята. Всем удачного копа. Подписывайтесь на канал. Комментируйте мое видео по находкам. Всем удачного копа.
Все, пока.